Любители быстрых машин, скорее всего, знакомы с 2D-аркадой под названием Drag Racing. Но что делать, если все машины открыты, соперники побеждены, а хочется чего-нибудь такого же захватывающего и быстрого? В этом случае можно попробовать игру под названием Street Drag 3D. Street Drag 3D во многом похожа на Drag Racing. В этой игре вам также предстоит соревноваться с соперниками в скоростных заездах по прямой. Правда, в Street Drag 3D разработчики уделили больше внимания процессу переключения передач и системе управления авто в целом, но давайте обо всем по порядку. Сразу стоит отметить, что в Street Drag 3D нет очень большого парка машин, да и количество настроек и улучшений довольно сильно ограничено. Однако это не значит, что в игре нечем заняться. Разработчики придумали несколько разных трасс, по которым вам предстоит гонять. Кстати, каждая из них имеет 3 уровня сложности. Но самое главное, что есть в Street Drag 3D, это процесс переключения передач и системы управления авто. Разработчики разместили на экране крестовину коробки передач, что несколько усложнило процесс включения нужной передачи. Также во время гонки вы сможете управлять своим авто. При желании можно сменить полосу движения или подрезать соперников. Street Drag 3D можно скачать в Google Play совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.